День России отметили в микрорайоне Сходня. На сцене парка имени Величко выступили творческие коллективы округа. Несмотря на пасмурную погоду, жители пришли в парк целыми семьями, чтобы отметить этот важный для нашей страны праздник. Самый лучший праздник. Надо всем объединиться, не ругаться, жить в мире, согласии, уступать друг другу, находить компромисс. Россия, слава России, празднуем, величаем. Это очень существенный праздник для всех россиян. Мы любим в парк ходить вот с детьми, потому что дети еще маленькие. День России – это такой величественный праздник для всех россиян. Мы гордимся этим делом и будем продолжать все его традиции. Скучно не было ни детям, ни взрослым. Рядом со сценой для малышей организовали художественную студию. Ребята рисовали флаг России.